проблема, мне кажется, в Баку. Это они должны понять, что те условия, которые они сегодня озвучивают, тут это автономия там, в составе Азербайджана, это абсолютно неприемлемая история. Люди прекрасно помнят, как они жили там в подвалах. Вот мы сейчас с вами в Шуши, и они прекрасно помнят, как они жили в подвалах, потому что ровно отсюда их обстреливали. И поэтому никогда никто больше не поверит в то, что там Азербайджан предоставит какие-то там условия на Нагорному Карабаху, и, собственно, права там людей, которые живут на Нагорно-Карабахской республике, будут соблюдаться, не ущемляться, и все будут счастливы. В это уже никто не поверит, наивных дурачков нет. Поэтому нужно... Чем быстрее, тем лучше. Вот нужно руководству Азербайджана понять и объяснить собственной нации, что необходимо приходить к компромиссу. Другого варианта нет. Потрясающее впечатление. Я думаю, что я не последний раз сюда приехал. Обязательно приеду еще раз. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Роман Бабаян, Русастанян, Херусталерагрох. Վիկիպեդիայում նրա մասին կարդում ենք. Ծնվել է Բաքվում, հայի ընտանիքում։ Ադրբեջանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում 2 տարի սովորելուց հետո մեկնել է բանակ, ծառայել է Վենգրիա։ 1988-ին հասկանալի իրադարձությունների պատճառով ընտանիքով տեղափոխվել է Մոսկվա, որտեղ էլ սովորել է ԿԱՊԻ ինստիտուտում հեռուստարադիո ինժեների մասնագիտությամբ։